Итак, берем сцену, где царь приезжает к Марусе. Ален, ты за Марусю, Миша за царя. Карантин и отсутствие доступа к сцене – не повод останавливать репетиционный процесс. Актеры молодежной студии «В смысле» при театре «Апрель» репетируют сказ про Федота Стрельца «Удалого молодца». Подожди секунду, а теперь давай сделаем все-таки флирт такой, да, с Марусей. Такой мультяшный немножечко флирт, хорошо? Царь приехал, жениться. Руководит читкой Яна Полторжицкая. В «Апрель» пришла 25 лет назад. Сначала посещала театральную студию, потом стала участником основной труппы. А через несколько лет организовала свой молодежный проект «В смысле» и занялась режиссурой. Я как режиссер делаю сейчас на данный момент спектакль «Дракон», это по Шварцу. Дальше «Свидетельские показания». Это Дмитрий Данилов, современный драматург. И, скажем так, видеоверсия вот выйдет на днях. А спектакль, надеюсь, в новом сезоне появится. Народный театр «Апрель» имеет богатые традиции. Созданный в 1974 году, он выпустил множество артистов, которые связали потом свою жизнь со сценой. При театре несколько студий. Там молодые таланты начинают свой путь в актерство. За полувековую историю труппа много гастролировала и завоевала любовь зрителей. Но последний год для театра был непростым. Из-за смены главного режиссера многие артисты были вынуждены покинуть «Апрель». Однако теперь с новым директором ДК «Родина» готовит триумфальное возвращение. Актер Александр Поздняков пришел в театр в 16 лет. Рассказывает, «Апрель» воспитал в нем полезные навыки и в целом изменил отношение к жизни. Есть такое правило, переступая через порог театра, все, что с тобой происходит в обычной жизни, оно остается за тем порогом, а переступив сюда, ты попадаешь в другой мир, где ты, как артист, моментально начинаешь перевоплощаться, ты начинаешь жить другой внутренней жизнью, и это помогает отвлечься от суровых будней. «Апрель» — это не просто театр. Это место, которое объединяет поколения и взращивает таланты. Сейчас артисты ждут окончания карантина, чтобы выйти на настоящую и такую знакомую сцену ДК «Родина». Ксения Брагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.